Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, и это очередной пак-опенинг. Сегодня мы постараемся выловить кого-нибудь из новеньких тотсов. Я уже выловил Даниэля Стариджа, точнее не я, а моя кошка. Если вы не видели это видео, обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. И также хочу выловить сегодня... Ну, блин, кого угодно я готов выловить, серьезно. Хотя вот этот вот квиксельный парень, я практически на 100% уверен. Спильку это тоже квиксельный, Лала на 1050 вроде сейчас стоит. Но они быстро дешевеют, вообще убийственно просто дешевеют. Так что в хорошем случае было бы вообще поймать, заебись, Агуэра, Компани, Суареза, Туре или Азара. Все остальные там не дороже 300 тысяч стоят вроде. Собственно, погнали. А вам я напоминаю, если вам нужны монеты FIFA 14 Ultimate Team на все платформы, ссылочки продавцов будут в описании. И не забудьте указать, что вы пришли от PandaFX. Итак, парни, я открою где-то на 120 тысяч. Я не буду особо много тратить. 519 тысяч у меня сейчас на счету. Я открою на 120 тысяч. Поехали. Первый пак. Йошида. Скипаем. Опа. Два рарных игрока. Но они какие-то очень бичарские, поэтому... В принципе, радоваться мне нечему. Так, второй пак, поехал. Эль-Шарави, Эль-Шарави, скипаем. Кехел. Нет. Алаба, Алаба, Алаба. Все по-разному называют. И давай, Алаба, ты мне приносишь хороших игроков. Ты мне хороших игроков приносишь обычно, но... На этот раз хрень какая-то. Скипаем. И это у нас, хуйня. Следующий пак, снова скипаем, это у нас, да что ж такое, блядь, чё-то пока не прёт, пока как-то не очень ловим хороших игроков. Следующий пак, снова Йошида, снова скипаем, это у нас, да что за говно, вообще никак не прёт пока что вообще паки ни о чем. Итак, Видаль. Открываем. Это у нас Манджукич и Трауре. Мечта на веса дрочера. 88 хейдинг и Трауре с ростом 100 тысяч километров. Заебись. Скипаем. Это у нас... Да что за говно? Вообще никак не прет. Вот это значит... Вот этот вот парень вроде стоит не особо дешево. Сейчас посмотрим. Сколько я помню, он стоит около... Да, 4600. Пока самый дешевый я видел. 4600. 5... Ну да, за четверочку можно толкнуть. Эль-Шарави. Эль-Шарави у нас на очереди со своей стильной причесочкой. Скипаем. О боже, сколько дубликатов. Сколько дубликатов мне дают. Не, мне это нахрен все не надо. Лео Месси, принеси мне что-нибудь. Ага, хуй там тебе, говорит мне Лео Месси. И дает мне Зырянова. О, вообще отстой какой-то, вообще отстой полнейший. Какой-то Тероси, блядь, ну Тероси, почему ты мне не выпал позавчера, например? Почему ты мне не выпал позавчера? Почему ты мне выпадаешь, когда ты уже кончился в тотсах? Охуеть, вот это смачное дерьмо мне выпадает. Вот это смачное дерьмо. Я, видимо, встал сегодня не с той ноги или не знаю, что еще не так пошло. Сейчас-то должно что-то выпасть, я чувствую. Сейчас выпадет мне охуенный игрок. Я прям чувствую, я даже скипать не буду. Смотрите, что мне сейчас выпадет, смотрите. О, я же говорил, Кислинг. И Дидави. И Устари. Устари, Дидави, я всегда мечтал о этих игроках. А еще и Кислинг. Вот сейчас выпадет что-нибудь охуенное. Я прям вот, вот нюх. Нюх у меня такой охуительный, что прям вот смотрите. Бам! Это Хонда. Видалью. Давай, Видаль, пожалуйста. Прекрати это говно, прекрати это. О, Бейнс! Бейнс, тотс, Бейнс, охренеть! Охренеть, я его хотел как раз купить, охуеть! Бейнс, тотс, ебать! Охуительно! Просто, нахуй! Какой-то уже тотс! Четвертый или пятый тотс, которого я вытаскиваю, охренеть! Почему я без веб-камеры снимал, ебать, я здесь кончаю! Тотс, Бейнс, охуеть! Да! Да! Это просто великолепно. Тотс Бейнса мне выпадает. Охуеть, что в последнее время происходит со мной? Что происходит в последнее время? Почему мне выпадает так много тотсов? Охуеть. Это просто чудо какое-то. Тотс Бейнса. 88 рейтинг, заебись. Последний... Это был предпоследний пак, охуеть. Я уже ни во что не верил, серьезно. Что-то в последнее время происходит, реально.
Ну, в принципе, я уже вытащил, что я хотел. Мне уже нахрен ничего не надо, поэтому сейчас еще два пака открою, и все. Наверное, да. Здесь ничего не выпадает. Я говорю, мне уже ничего не нужно. Я свою норму выполнил. Я выполнил свою норму. Мне выпадает опять ТОЦ. В который раз мне уже выпадает ТОЦ. И... ну все, сейчас точно последний пак. Я завершаю. Последний пак. Скипаем. Эль Шарави. Буфон! Буфон! 86 рейтинг. Я на секунду хотел обрадоваться, но понял, что стоишь ни хрена. Собственно, вот так вот, чуваки, мне выпадает тот с Бейнс. В принципе, он стоит около 300 тысяч. Очень даже неплохо. И давайте же теперь пересчитаем, кто мне выпал. Тот с Дороси. Тот с Мартинес. Тот с Старич. Тот с Чех. Тот с Бейнс. Охуеть, просто у меня 5 тотсов выпало, вашу мать. 5 ебаных тотсов. Я не знаю, что происходит. Может, все дело в том, что я открываю не на своем аккаунте. Может, в этом вся хурма. Но это просто чудеса какие-то, реально. В общем... всем спасибо за внимание, с вами был PandaFX, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и всем пока. Просто охуеть, я после записи решил еще пару паков открыть, и мне выпадает Старидж, блядь. Старидж, блядь, второй раз выпадает мне, сколько тосов у меня уже выпало. Я ебал просто нахуй, блядь. Я просто выключил запись уже, как бы, все, давайте попрощался, и бам, тут, блядь, Старидж выпадает. Я просто в ахуе, блядь, просто нахуй, в ахуе. Что происходит в последнее время. Да, такие вот дела. Я даже не знаю, на что это списать, но это просто реально какие-то чудеса происходят. С вами был PandaFX, теперь точно. Пока. Ну просто заебись. Ну просто заебись у меня тут в защите. Если бы не вратарь, то я бы уже горел бы 1-0.